Начнут матч со скамейки запасных. Ну и по традиции давайте послушаем раскатистую 2-2. Так что для Реала сегодня в какой-то степени арбитр должен быть... ...свои мадридские обороты. Пинта в воротах у Барселоны. Дани Алвес. У него сегодня день рождения. Неделю назад день рождения был у Гвардиолы. Команда преподнесла ему отличный подарок, а не галстук. И мяч проходит рядом со штангой. Хави. Прессингует его Сана Диара. Но Хави выбирается из-под этого прессинга. Месси неординарным решением. А именно ударом. Дани Алвес засеменил. Удар. Попадает мяч в руку Криштиану Роналду. Но можно играть. Снова недовольно гудят трибуны. Реал приехал как-никак. Нет, мяч даже в руку Криштиану не попал. Роналду под левой ногой мяч. Удар в ближний. Ай-яй-яй, они дежавю ли, ребят, а? Только с другой концовочкой. Левую ногу Криштиану удар, но в матче... Для основных бомбардиров испанских, или точнее испанского чемпионата. Но это в чемпионате. Дани Алвес не достал до мяча Криштиану. Дани Алвес убирает Коэнтрау. Вот заметил за Александчесом такую вещь. Он практически не обыгрывает один в один. Вот сейчас можно было попытаться уйти к лицу. Криштиану будет убирать под правую ногу или... Да, под правую. Здорово на замахе Дани Алвесу. Прострел, если бы не Пую. Был замкнуть этот прострел Гонсало Игуаин. Оп, замашек пошел в буфет. Успел Реал уйти уже на свою половину поля. Выстроил. Тренки, забей. Узнай, чем бы тогда все повернуть. Этим францам легендарным и нынешним Жерарам. Подача. Питер ему показал, что последний мяч коснулась нога игрока. Хозяев поля, Хави. Реал в обороне все отрабатывают, включая Криштиану Роналду. Хави. Отличный привод направо. Дани Алвес. Уходит Дани Алвес от Криштиану. Нет. Ротишьер Витинес поговорил. Горчичник свой дежурный ему был выписан. Ну, здесь, мне кажется, снял все со второго этажа. Бускетс, Дани Алвес. Вот это игра Барселоны. Вот это игра Барселоны. Да, попробуй отними. Воздух у Дани Алвеса Криштиану. И соревнование в скорости. Нет, Криштиану сказал, давай лучше вот здесь потолкаем. Коэнтрау, а? Как с Криштиану. Тут пас Скорпиона себе сделал на ход. Дани Алвес. Выброс мяч у Кака. Своего соотечественника. Месси. По центру бежит Фабрегас, но Месси решил сам эту атаку продолжить. Месси, отличный пас. И Педро один. Протащил мяч через все поле практически. И черпачком выкатил его на завершающий удар. Поэтому и желтая. Минуту добавил Витинес, уже сыграли 2,5. Хави. Дани Алвес. Удар Дани Алвеса, колечник! Вот это да! В самую паутину в одно касание по диагонали. Феноменальный фантастик. И вот вам французская брать 2-0. Барселона за последние 5 минут первого тайма себе организовала комфортное преимущество. Но удар, конечно, такой не берется. Такой не берется. Это Эль Классико, друзья. Здесь играют лучшие футболисты мира. Легенде Барселоны. Дани Алвес. Передача на ход. Алекс Санчо слишком симас. Коэнтрау. Хаби Алонсо успел вернуться, закрыть свою зону и отработать Дани Алвес. Ничего не было.
Или был? Был. Был, был. Чем дальше в лес, тем больше дров. И... Бускетс. Ну, Хави. Дальше на правый фланг. Дани Алвес. Ему никто уже не поможет. То, что он здесь остался один. Вряд ли Пуёль побежит вперед. Дани Алвес. Можно. Это фол. Это фол. Ну, а тут встретили. Давайте показывайте, что там происходит. Там Педро. Там Дани Алвес. Пепе. Зверюга. А вот смотрите, еще и хотел... Был свисток Витьенеса. Там нарушение правил. Все! Не дал пробить! Но Витьенеса этого